Всем привет, друзья! Вот, как знаете, нахожусь в Венгрии, в городе Дунай-Вараш. В общем, направляюсь в супермаркет. Вот, решил исследовать кратчайшие пути. Ну, могу одно сказать, что я заметил. Заходишь как бы в поселок, да, дорожки. Знаешь направление, куда идти в супермаркет примерно? Все, эта дорожка по поселку ведет, все отлично. И в итоге тупик. И это уже не один раз так было. В общем, нашел дорожку, которая вывела меня вот напротив Дунай протекает, вот, аж в супермаркет в той стороне. Вот, сейчас будем туда направляться. Вид очень красивый, очень. Все пахнет, травычка растет, цветочки растут, пахнут. Вот, вид вообще, конечно, красивый. Вот башня, ТВ-башня, я так понимаю. Нет, красота. Тепло плюс 20. Вообще замечательно. Ох, ну подъемы, друзья, здесь, конечно, я не знаю, с чем сравнить. Наверное, то знаете, как в Китае эти подъемы. Молитвенные дома и вот эти домики. Ну, наверное, похоже что-то. По этим ступенькам в гору подниматься, до половины доходишь, все, у тебя уже дыхания не хватает, ноги отпадают, руки, все устают. Для спортсменов здесь очень хорошо, туда-сюда, раз так 10. Вот, отдыхают мать и ребенок. Газончики, буду так называть, чистенько, все, нигде собачьих фекалий нету, ни мусора, ничего. Приятно идти. Очень классно. Так, вот мы входим в городок сам, Дунай-Вараш. Это крестность рядышком. Вот такие дома, квартиры пятиэтажные. Кстати, мусорные баки, друзья, на каждом шагу. Это для того, чтобы вы сами понимаете. Чтобы человека под рукой это было, мусор выбросить. Как видите, между домами все чистенько, мусора ничего нет. Так, вот и Шпар. Сейчас зайдем в Шпар. Посмотрим, какие цены, что продается. В общем, увидите. Это небольшой супермаркет. Можно сказать, мини. Здесь булочки сладенькие продаются. Вот. В принципе, все есть. И фрукты, и овощи. Thank you.
Вот. Яички. 529 хуринтов. 10 штучек. Вот, это где-то 52 гривны за 10 штучек. Ну, разные цены. Разные. Вот, и за 379. Вот, здесь 10 штучек. Это 37 гривен. Я округлю просто. Это уже подешевле. Вот чай там 299 форинтов. Это примерно 29 гривен. Это с лимоном, с лаймом. Это с клубничкой подороже. Я просто беру округлый, 57 гривен. Упаковочка. Ну, Липтон есть подешевле чай, конечно же. Вот. 399. 39 гривен примерно. Вот, на стоя. 100 гривен почти. Оливье разное есть. 535. Будем так говорить, 53 гривны. Просто округлю. Кстати, майонез щедро есть в Венгрии. Вот, продается только в Шпаре. Он, я его постоянно беру. Потому как их не майонез, остальное весь с уксусом, в общем, с какими-то добавками. Вот. 48 гривен. Кетчуп по-разному есть. Гривну. Кстати, есть чумак. А, чумак кетчуп 48 гривен. 450 грамм. Сыпулька 28 гривен килограмм. Кабачки 34 гривны килограмм. Видите, друзья, вот это, конечно, не дешевая, 2999 форинтов, это по-нашему, почти 300 гривен, можно сказать, без 2 гривен примерно. Ну, разные вот, кстати, дубровка, вот, 2549, это, будем говорить, 250 гривен за 0,5, то есть разное. Но самое дешевле, это, наверное, ниже 2000 не найти, это редкость, и то по акции. Вот, это самое дешевое, 199, 19 гривен на литр, разные места. Здесь по 29, как видите, гривен, по 43. Так, это, по-моему, если не ошибаюсь, сметана или йог. Даже сметана 95 гривен за 1 килограмм. В общем, как видите, друзья, цены разные. Вот. За пиво забыл снять. Ну, и вам так скажу. Самое дешевое, в основном только в банках пиво. Бутылочного очень мало. Очень, там вообще практически нет. В основном все только в баночках железных. Пластмассовых бутылках вы пиво здесь не найдете. Его тут просто не существует. Вот. Ну, а пиво стоит примерно за 0,5 по-разному. И есть по 12 гривен, и по 14, и по 20 с копейками. Ну, то есть разные. Вот уже более центр Дунай-Варовша. Кстати, тут
и карусы катаются, и очень часто. И, кстати, это не считается здесь унизительно ездить на икарусе. Икарусы довольно неплохие такие, подремонтированные, не дымят. Вот. Так, ну это уже мы в центре, я так уже понимаю. Хотя тут тяжело, честно говоря, разобраться, где центр. Тут городок как бы немного разбросанный, даже так сказать. Здесь, друзья, естественно, переходить нужно только на зеленый. То есть на красный перейдешь, все, штраф тебе обеспечен. Вот. Так, перебегаем. Перебегаем. Тут для пешеходов что-то выделено не очень много времени. Вот. Ну вот и такие автобусы ездят. Более так современные, будем говорить. Ну, говорю, в основном и карусы катаются. Вот, пошлите. И карусы тоже катаются, и ничего, нормально. Люди садятся, ездят. Вот, такси местные. Какие-то деревья цветут. Даже не знаю. Но пахнут за метров 5. Цена, как видите, за 95-й 433 форинта за литр. Ну, можете посчитать, чтобы копеечка в копеечку. Тут, друзья, все не обойти за один день. Все прелести. Так что снимаю только что могу по пути. Вот в данный момент еще направляюсь в Penny супермаркет. Почему туда? Потому как, понимаете, в разных супермаркетах что-то есть, что-то того нету. Вот, как по мне. Вот в Penny я иду из-за того, что там бургеры, то есть не готовые, там микроволновочку ставишь на 3 минутки это, и вообще отлично с кетчупом, с сырочком, вот, еще майонезик щедро, вообще бомба. Вот, бургеры только там вот продаются. Ну вот и каждый товар по-разному, где-то что-то есть, где-то чего-то нету. Вот. Ну, если, естественно, человек не перебирает, ему все равно зашел в один супермаркет, все это купил. Ну, для меня и для некоторых также есть знакомых в разных магазинах, что-то есть для него, а что-то того нету. О. Так, вот и Penny, друзья. Вот самое интересное. Вот он Penny. Без корзинки не зайти. Надо брать обязательно корзинку. С чем это связано? Я не знаю. Возможно, с карантином. Вот. Хотя немножко сейчас она послабла. Так. Надо бросать сюда 100 форинтов в монетку. Вот. У меня есть жетончик. Жетончик мне подарил мой бывший коллега Шарвара с прошлой работы. Он выиграл в лото. Блокнот мне подарил, 2 жетончика. Один жетончик я товарищу подарил. Вот. Значит, без кровчучки не зайти, не впустят.
Там, друзья, вот такие гамбургеры. 219. Ну, где-то 21 гривна. Тут их раз, два, три, четыре. Четыре штучки. Вот. Смотрите, даже уже есть арбузы, кавуны. По 699. Ну, где-то 68 гривен за 1 килограмм. Хлеб есть разный, друзья, как видите, по 32 гривны, и так же. По 21 гривны и 34 гривны по нашим. Я на гамбургеры беру постоянно вот эти. Он как раз разрезаем, что так. Гамбургер, туда намочил, сырочка, кетчупа и четко. По 22 копейки, ну это... Вот возле Пенни, как видите, заправочка для электромобилей. Кстати, по поводу табака. Значит, сигареты купить можно только в отдельных, будем говорить, ларьках. В магазинах не продают сигареты, как у нас в Украине. Вот. Наподобие... Ну вот, такая вывеска получается. Вот, в таких магазинчиках и продается табак. Ну, они практически везде, на каждом шагу. Эти ларечки, что проблем не составляет купить сигарет. Сигареты, конечно, разные цены. Естественно, есть за 45 гривен, да, ну там такое. Ну а обычные такие Винстон, Бонд, ну вы понимаете, то, конечно же, дорого. 140 гривен, 150, ну, короче, такая такса. Макдональдс тоже есть здесь. Вот. В общем, друзья, все, буду заканчивать, потому как... Ой, полиция у нас стоит, надо маску натянуть. Ну да, да, вот так. В общем, друзья, все, заканчиваю видео. Если же вам было полезно это видео, ставьте лайки. Вот. Так что, повторяюсь, конечно, видео не в тему канала, но по просьбам подписчиков снял как мог. Да, вкратце по дорожке. Вот. Но я думаю, это еще не конец. У нас еще рыбалочка предстоит впереди. Так что, друзья, лайкос. Всем удачи. А в рыбалке не хвоста, они чужие.